Доброго дня! Я рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв». В ефірі програма «Це вас хвилює». Як завжди, по середах ми говоримо про суспільне життя та приділяємо увагу правовій допомозі та іншим видам допомоги. І сьогодні ми поговоримо про напівмарафон, який незабаром відбудеться у Миколаєві, і, зокрема, про пробіг із тваринами, про зоопробіг. На всі відповіді, пов'язані із цією темою, відповіді на всі питання дадуть наші гості, пані Ганна Петрова, спортивний психолог і співорганізатор Миколаївського напівмарафону. Вітаю вас, доброго дня. І пані Наталя Данилюк, співзасновник зоозахисної організації «Фенікс». Доброго дня, пані Наталю. Одразу ж нагадую, ми у прямому ефірі і номер нашого телефону 76-92-42. Будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання. І про напівмарафон будемо говорити, і про захист тварин, про зоопробіг. Отже, у Миколаєві відбудеться напівмарафон. Це знакова подія, можемо говорити про те, що вона вже сьогодні привертає багато уваги до себе. Як виникла ідея? Чому вирішили цього року так провести це? Ідея вітала вже дуже давно, і Федерація легкої атлетики Миколаєва задумувалась на тему, як же провести вот таке вот общегородське мероприятие, щоб ми могли об'єднати не тільки професіоналів, але й аматорів. Да? В Украине вообще это уже стало хорошей традицией в других городах проводить вот такие мероприятия, как полумарафоны. А обычно это большие города, там Киев, Харьков, Днепропетровск, они собирают до 10 тысяч участников. Для нас, для Миколаєва, это первое мероприятие, которым бы мы хотели бы объединить всех желающих людей, всех активных горожан нашего города, для того, чтобы обратить внимание на активный образ жизни, да, на здоровый образ жизни, на спортивный образ жизни. Вот так вот возникла эта идея. К нам присоединились желающие волонтеры, и мы создали оргкомитет, и уже активно над этим работаем 3 или 4 месяца. Вот поэтому нам бы очень хотелось, чтобы к нам все больше и больше людей присоединилось. Давайте нагадаем дату марафона. Да. Наша дата – это 23 апреля. Наше мероприятие начинается в 12 часов дня на Соборной площади. На сайте нашей регистрации есть детальная карта маршрута. Прописано расписание, потому что там будет не только полумарафон, забег на полумарафон, там будут еще дистанции 5-10 километров. Будут дистанции для деток – это до 7 лет дистанция 300 метров, и дети с 14, до 14 лет дистанция километр. Будет также большая программа развлекательная для детей, для наших зрителей, поэтому нам бы хотелось, чтобы не только участвовали наши горожане, но и пришли просто поболеть. Підтримати, да. Якщо ми говоримо про такі різні дистанції, можемо передбачити, що різний рівень підготовки дозволяє взяти участь у напівмарафоні і інших дистанціях. Якщо зараз нас дивляться глядачі, які почують цю інформацію, можливо, вперше, і теж захочуть долучитися, вони ще встигнуть підготуватись? Я думаю, для разного уровня подготовки у нас был создан клуб. Называется он «Тоник Раннинг Клаб». Его создали наши члены Федерации легкой атлетики и простые ребята-волонтеры. И для подготовки к этому полумарафону мы проводим подготовительные тренировки на центральном стадионе. Проводят тренировки старший тренер Федерации легкой атлетики отделения выносливости Ковпак Алла Федоровна. Пожалуйста, всех желающих присоединяйтесь. Тренировки у нас проходят каждый понедельник, среду, пятницу в 6 часов вечера и в воскресенье в 4:30. Пожалуйста, приходите. То есть можно прийти под наглядом фахівця, да, потренуватися, оцінити, власне, на той рівень витривалості, який у людини є, і вже далі, да, зробити висновки. Да, да, конечно, протестировать свой уровень подготовки, и вам тренер с большим удовольствием составит для вас программу и поможет вам подготовиться к любой дистанции, которую бы вы хотели поучаствовать в нашем полумарафоне. Также бы я хотела сказать, что мы
название нашего полумарафона называется «Николаевский полумарафон». Мы хотели создать бренд именно Николаевского полумарафона, потому что нам хотелось создать вот такой позитивный имидж нашего города. Ну і, звісно ж, привлечь нашу общественность. Ми обов'язково ще поговоримо про умови, які ви будете висувати до учасників, про особливості організації, а зараз перейдемо до зоопробігу, тому що це теж дуже незвична форма, вона теж привертає увагу громадськості, власне, до питання захисту тварин. Пані Наталю, зоопробіг, як виникла ця ідея, чий досвід ви взяли за основу і взагалі як він проходитиме? Ну, идея на самом деле возникла вот у Анны, которая очень тоже любит животных. Она с этой идеей обратилась ко мне, говорит, вот мы собираемся провести такое мероприятие, как ты думаешь, можно вот сделать именно зоопробег с четвероногими друзьями, с собаками? Я говорю, почему бы и нет? Ну, действительно, это очень новая такая, я надеюсь, уже будет традиция в нашем городе. И как бы опыт проведения зоомарафонов, вот таких зоопробегов, это вообще общий мировой опыт, потому что в разных странах он действительно проходит, и разные дистанции, разный уровень подготовки и людей, и животных. Мы стартуем с такого подготовительного уровня, то есть это будет дистанция 500 метров. Зоозабег будет проходить в два этапа. Первый – это когда бегут хозяева с собаками пород от средних до крупных, то есть собака рядом с хозяином бежит на поводочке. И вторая – это будет дистанция для щенков и собак мелких пород. То есть никто не будет ображен, да, которых можно будет или на руках нести, или там в каких-нибудь, я не знаю, рюкзаках, вот как детей носят, или на поводке, то есть по желанию, как люди вот смогут, насколько вот они реально оценивают и возможности своего питомца, потому что, допустим, спаниель может с одной скоростью и с выносливостью бежать, а другое говорить можно о йорке или той же самой чихуашке, которая чуть-чуть пробежит, чуть-чуть пронесут, там опять пробежит, то есть это будем смотреть. И обязательным условием является наличие паспорта у животного, в котором будут прописаны прививки, потому что животные разные, и мы должны обеспечить всем и комфортные условия, и как бы гарантию здоровья. Але безпородні тварини теж можуть. Конечно, а почему бути учасниками? Ну, я не вижу вообще большой разницы между породистой и безпородной, той же самой собакой. Це важливо зараз нам підкреслити, тому що зараз, щоб глядачів наших не виникло такого суперечливої думки. Я хочу нагадати номер нашого телефону 76-92-42. Будь ласка, долучайтеся до нашої бесіди. Сьогодні говоримо про перший миколаївський напівмарафон, який незабаром відбудеться, і про зоопробіг. Пробіг із тваринами. Це будуть тільки собаки. Це тільки собаки. Це будуть тільки собаки. Але взагалі, наскільки я розумію, ви хочете привернути увагу громадськості до проблеми захисту тварин, до проблеми безпритульних тварин у Миколаєві. Звісно. Якимось чином будуть роздаватися листовки? Що буде відбуватися, окрім безпосередньо пробігу? В рамках от іменно как бы зоозащитної акції і зоозащитного пробіга буде проходити акція, на якій будуть наші волонтери і також сотрудники комунального підприємства Центру защиты животных розказувати о пользі стерилізації, о регістрації, о чіпіруванні, розказувати про роботу і зоозащитної організації «Фенікс» і комунального підприємства Центру защиты животных. Тому що вот коммунальное предприятие начало работать уже год назад, и многие люди не знают, что, почему. То есть не все верят свято, что есть у нас в городе приют, в который добрые волонтеры или просто все люди, которые могут, отлавливают собак, забирают и обратно не возвращают. Но это абсолютно не так. Мы занимаемся именно стерилизацией собак. И сейчас уже начинаем потихонечку кошек. Именно с целью сокращения, гуманного сокращения численности количества бездомных животных на улицах нашего города. То будет проходить и такая информационная акция теж. Якщо ми говоримо про зоопробіг, то дистанція тут не надто велика, а якщо повернемося до напівмарафону, то і 5 кілометрів, і 21 кілометр – це, звичайно, дистанції дуже серйозні. Вони вимагають серйозної підготовки, відповідно. Яким чином ви будете підходити до процесу реєстрації учасників? Які вимоги висуваються до бажаючих? Условие такое, что есть электронная регистрация. Электронная регистрация – это всеобщая база, всеукраинская база регистрации таких полумарафонов.
А также необходимо иметь при себе разрешительную медицинскую справку, которую может выдать наш областной спортивный диспансер, вот, или же ваш врач-терапевт. Для того, чтобы у нас был документ, что ваше здоров'я соответствует. Ну, щоб, власне, самі учасники переконалися, що вони дійсно не завдадуть собі шкоди подібною акцією. Да, в полумарафоне, конечно же, будет присутствовать скорая, медработник, будут присутствовать пункты приема пищи, это вода, это на финише будут там фрукты, то, что необходимо организму для того, чтобы восстановиться после такого пробега. Взагалі, ще якісь такі заохочуючі акції будуть проходити, щоб більше уваги привернути від глядачів? Конечно же, это будут конкурсы, это будет работа с детьми нашего ведущего, да, это будут два комментатора, один комментатор это будет от нашей зоозащиты, один комментатор это будет от Федерации легкой атлетики. Обещаем много конкурсов, обещаем приятную атмосферу, хорошее настроение. Очень приглашаем вас всех, поддержите. Ганно, ви прийшли до нас з певною друкованою продукцією, навіть медаль я бачу. Давайте зараз покажемо нашим глядачам і розкажемо взагалі, що це за медаль, хто її отримає. Покажіть, будь ласка. Вот я вам презентую медаль фінішора. Эта медаль выполнена в костілі. То вона дерев'яна. Да. Да. Эту медаль получит каждый участник, который пришел на финиш. Любой дистанции. Это дистанция 5, 10 и полумарафон. То тут не важливо змагання, не важливо перше чи останнє, головне дійти до фінішу. Поучаствовали і дійшли до фініша, фінішували, ви вже свій маленький приз получаете. Также вы получаете сертификат участника. В зоопробеге вы получаете благодарственный сертификат благотворительного зоопробега. Вы получаете нагрудный номер профессиональный. Также получаете пакет на старте. Это пакет регистрации, там, где уже будет вас ждать ваш сертификат участника, номер. Ну, словом, це буде цілий пакет продукції, яка стане у нас. Ну, звісно ж, да, там від наших спонсорів, да. Ми бачимо ще сувенірну продукцію з таким гарним чотирилапим другом. Я б вас також попросила показати. Це календарик, да. Так? Наші спонсори підготовили ось такі от календарики, які роздаються у нас в місті дуже активно зараз. Це продукція, рекламна продукція в підтримку нашого пробігу, зоопробігу. Для того, щоб ознайомитися з нашим мероприятием. Да? Тобто, шановні друзі, якщо ви отримаєте подібний календарик або іншу друковану продукцію, яка розповідатиме про напівмарафон і зоопробіг, знайте, що це саме той захід, про який ми сьогодні говоримо. Ще раз нагадую номер телефону 76 92 42. Якщо у вас є питання, будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання. Якщо бажаєте долучитись до марафону, але хочете щось уточнити, будь ласка, ми у прямому ефірі. З марафоном більш-менш розібралися. Я думаю, що кожен, хто зацікавиться, зможе знайти інформацію в всесвітній мережі інтернет. Є відповідний сайт, на якому вся інформація викладена. І повернемося до теми захисту тварин. Зараз весна, а навесні завжди стає гострішою питання кількості безпритульних і котів, і собак, на жаль. Тому стерилізація зараз актуальна, як ніколи, тема стерилізації. Давайте ще раз поговоримо, чому це гуманно, чому це не шкодить тваринам, а навпаки допомагає. Ну, в тих условиях, в которых мы сейчас оказались, при том, как бы, которые сами создали мы на протяжении десятилетий последних, привели к тому, что количество бездомных животных на улицах катастрофически увеличилось. И одним из способов попадания животных на улицу – это бесконтрольное размножение домашних животных. Когда заводится кошечка или собачка, хозяева из каких-то гуманных побуждений хотят, чтобы она там один раз родила там, или несколько раз, ой, у нее будут хорошие котята, будут отличные щеночки, а я всех пристрою, а я всех раздам, или там вот один раз она родит, потом я буду давать таблеточки, чтобы она не гуляла. Это в корне неправильно.
Потому что когда мы даем таблетки, которые убирают вот этот гормональный фон, они очень сильно влияют на развитие рака в организме у животных. И зачастую, когда мы, наши ветеринары оперируют, проводят стерилизацию у собаки, кошек, которым уже за 5 лет, и которых до этого кормили этими таблетками, там не давали гулять, не давали приводить потомство, то органы увеличены до невозможных размеров, это гнойные нарывы внутри, и ну, просто иногда смотришь на животное и думаешь, ребята, а куда же вы смотрите? У животного раздутый живот, у него увеличенные молочные железы, а мы радостно кормим его таблеточками. Вместо того, чтобы один раз сделать абсолютно несложную операцию, сейчас, тем более, врачи делают ее внутренним швом, швы потом, то есть через 10 дней снимать не надо, обрабатывать никак не надо, и избавить и животное от мучений, избавить город от ненужного потомства, увеличения вот этих вот кошечек, собачек, да, какие-то красивые, какие-то не очень, какие-то маленькие, какие-то большие, но я вам даю 100% гарантию, что если ваше животное не породистое, не представляет племенной ценности, если вы не стоите на учете в клубе, и если каждый ваш щенок или котенок не получает соответствие свои документы, и потом за этим потомством ну, не следится, не контролируется. Невозможно его проконтролювать, его майбутнє. 50, а то и 70% вот этих племенных, никому не нужных животных, они попадают на улицы. И потом мы что видим? Количество огромное свадеб у собак, кричащих котов, которые ходят, метят те же самые там, территории, детские площадки, и тут же люди и начинают уже травить, и обращаются в разные инстанции. Вот уберите, животных не должно быть на улице. Отлично, мы готовы их куда забрать? Куда? Скажите нам, куда? У нас есть пункт стерилизации, где животные отлавливаются, прививаются от бешенства, обрабатываются от паразитов, стерилизуются, и после операционного карантина 5-7 дней оно выпускается на улицу. Если собака агрессивная, да, с ней начинает работать кинолог, и обратно такое животное мы не выпускаем. То есть оно либо пристраивается на охрану, либо если у людей вот такие вот требования, что многие хотят, чтобы собака была злая, чтобы она никого не пускала во двор. У нас есть такие животные, есть маленькие, есть большие. Таких собак мы обратно на улицу не возвращаем. Но сейчас мы видим ту ситуацию, что в принципе каждое животное может укусить. Вне зависимости от того, это будет маленькая чихуашка или это будет алабай. Все зависит от человека, как он к нему относится с детства. Чувствовала ли собака какую-то агрессию или какую-то опасность? Защищает она свою территорию, защищает она свое потомство. То есть, как бы любое ружье, заряженное или не заряженное, оно все равно может выстрелить. Точно так же и с собакой. И вот очень много сейчас у нас звонков, и люди говорят, вот там агрессивная собака, вот там напала, там укусила, там порвала пакет. Наши ловцы выезжают, привозят собаку в центр, садят в вольер, ты подходишь к вольеру, собака тебе облизывает руки, вот возьми меня на ручки, я хочу вот рядом с собой. То есть она верит, она не у нее нету агрессии. Мы ее простерилизовали, проработали с кинологом, выпустили обратно, идет та же самая женщина или мужчина, а, ты вернулась, все, собака начинает лаять. Опять же звонок, вот вы ее привезли, опять она меня облаяла. Да возьми ты кусок сосиски, дай собаке, она больше не будет на тебя так агрессивно. Зрозуміло, зараз ми побачили ту схему, за якою ви працюєте, і комунальне підприємство теж за цією схемою працює, так? Ми про це вже говорили і неодноразово в нашій програмі. Стерилізація теж, я сподіваюся, з цим все зрозуміло. І теж важливий момент – це чіпування тварин. Ми бачимо сьогодні багато інформації про необхідність. Але чому це так важливо? І яких саме тварин необхідно чіпувати? По правилам содержания собаки-кошек в городе Николаеве, чипирование, вернее, регистрация методом чипирования для собак всех полностью обязательно. То есть все домашние животные должны быть зарегистрированы и чипированы. Когда вы выпускаете собаку на улицу, даже на поводке, вы не привязываете ей к лапе какие-то документы, правильно, чтобы доказать, что это именно ваше животное. Чип – это такое, как маленькое рисовое зернышко, на котором зафиксирован номер вашего животного. Ну, практически то же самое, что у людей идентификационный код. Вот. Этот номер никогда не повторяется. На этот номер в электронную базу вбиваются полностью все данные о хозяине и о данном животном. Про чипування поговоримо далі, а зараз є дзвінок глядача. Алло, доброго дня. Добрий день. Будьте добре, у мене такий вопрос, Гася. Може, немножко не по адресу, но мене интересует
захоронение домашних животных вообще присутствует ли у нас какие-то территории для этого специально отделенные? Потому что, если, допустим, умирает хомячок, понятно, там можно его закопать под деревом, но если это умирает большая собака, допустим, ты же, ну, как бы во дворе у себя ее не закопаешь. Есть ли какие-то организации, которые занимаются, возможно, утилизацией таких вещей? И куда вообще можно обращаться по таким вопросам? Дякуємо за запитання, хоч воно і болюче для власників тварин, для господарів, але дійсно це важливий момент, і часто люди просто не знають, як їм діяти. Такими вопросами также занимается коммунальное предприятие «Центр защиты животных». Если у вас случилось несчастье, погиб, умер от старости там, или от болезни ваш домашний любимец, то вы можете позвонить к нам по номеру 47-21-93, рассказать про вашу проблему, то есть описать животное, размер, и мы скажем, сколько будет стоить кремация животного. То есть это возможен вывоз, выезд нашей машины, возможно доставка на Коминтерна 36, где, собственно говоря, находится крематор. Вот, и ваше животное будет утилизировано, потому что захоронение на территории города домашних или беспородных животных любых запрещено по санитарным нормам. Вот. А кремация – это вполне удобный для всех вариант и для города, и для людей. Тобто, ще раз підкреслимо, що місця захоронення на території міста Миколаєва немає, і ховати тварин на території міста не можна. Замість цього проводиться кремація. Ще раз нагадайте, будь ласка, номер телефону, можливо, хтось не встиг його записати. 47-21-93. Дякую за відповідь. І повертаємося до теми чіпування. Багато хто відмовляється від цієї процедури, тому що аргументує, це буде боляче для тварини, навіщо завдавати зайвого стресу, я не хочу пошкодити шкіру тварині. Наскільки це справедливі побоювання? Абсолютно несправедливі це опасення, тому що чіпування – це така процедура, яка практично як прививка. Під холку собаки, в деяких випадках бедро, одноразовим таким шприцом вводиться ось цей маленький мікрочіп. Собака иногда даже, вот особенно крупные, они даже не реагируют и не понимают, что это было, как это произошло, особенно если делает хороший фельдшер, хороший ветеринар, который знает, как делать уколы, собственно говоря. Больше занимает процедура по времени именно самой регистрации, когда вносятся данные в компьютерные базы, притом наше предприятие регистрирует домашних животных и в общеевропейской, и в общеукраинской базе данных. То есть, зарегистрировав свое домашнее животное у нас, вы вполне можете выезжать за границу, потому что без регистрации именно методом чипирования вы не пересечете сейчас ни одну границу с Украиной, ни в Россию, ни в другие страны. Во всем мире введена такая практика. У нас пока, к сожалению, люди еще, ну, наверное, не поняли весь смысл, для чего это. А чипирование, ну, обезопасивает вас, во-первых, от того, чтобы у вас собаку украли. То есть вы сможете доказать, что это именно ваше животное. Если собака потерялась, ее нашел кто-нибудь, то могут прийти в любую ветеринарную клинику, есть этот сканер, посмотрели номер, пробили. С сканером обладнаны сегодня все ветеринарные клиники места? Практически, да. Которые делают чипирование, то обязательно сканер, потому что при чипировании владельцу животного показывают, что чип на месте, все в порядке, и он читается и показывает информацию для того, чтобы удостоверился хозяин о том, что действительно вся процедура прошла правильно и по правилам. Вот. И вам таким образом вернут ваше домашнее животное. Опять-таки вы подтверждаете на него права. То есть если, не дай бог, с вашим животным что-то случилось, его сбила машина, его побил сосед, его отравили, то есть это вы подтверждаете то, что это, ну, как бы своего рода ваше имущество. И вполне вы можете подать в суд на обидчика. Ну, точно так же, как, допустим, если бы разбили вашу машину. Але давайте поговоримо про те, що таким чином посилюється і відповідальність господарів домашніх тварин. Звісно, тому що просто так ви вже не викинете ні собаку, ні кошку, якщо вона вдруг теж чіпірована. Вот, тому що, опять же, считав номер, вполне могут прийти к вам люди в формі і сказати: «Ребята, от ваша собачка, по якій причині вона оказалась на вулиці». А согласно правилам содержания домашних собак и кошек, есть ряд правил, за которых введена ответственность, да, которая бьет по карману. То есть первый раз это небольшая, там порядка 50 гривен, потом она возрастает. Ну и главное, что действительно таким чином меньше тварин будет опинятись на вулиці, втрачати домівку и поповнювати ряды, на жаль, безпритульних тварин. Цю інформацію, я впевнена, що ви будете доносити і на
зоопробігу і під час напівмарафону. Мені залишається лише побажати вам якомога більше учасників. Хай цей захід пройде максимально успішно. А ми, сподіваюся, зустрінемося з вами після цього заходу, після напівмарафону. Я дякую вам, шановні глядачі. Прощаюся з вами до наступних зустрічей на телеканалі Миколаїв. На все добре.